в общем, расписалась полностью, значит, в том, что все мысли, которые были относительно Глорекса, можно не вспоминать. Все. Ребята, коллеги, клиенты, дольщики, настоящие будущие инвесторы, потрясающие, уважаемые, смелые, активные, жизнерадостные. Всех приветствую. Да, нас отдельной, в общем, дорогой какой-то выделенной довезли на такси до места. Выглядит, конечно, это все потрясающе. Почему? Потому что солнце в городе. Как будто мы просто где-то на побережье. Ну, конечно, на побережье. Но ведь это же северная столица. Все не так просто. Но мы довольны и счастливы, все улыбаемся. Глаза все зажмурены от счастья просто. Я жду начала экскурсии. Нас проведут на стройку. Покажут уже готовые корпуса. Выйду на солнце. Выйду на солнце. Чтобы что-нибудь вам еще показать. Не знаю по поводу ветра. Это он здесь добавочный или он в принципе в Петербурге. Но сейчас дует. А у кого-то из коллег я спрашивала по поводу намывных территорий, по поводу вообще залива. И на проспекте Героев, на Ленинском, в конце Ленинского и здесь. Кто-то говорит, да, что сейчас все дует. Специфическим поведением, вообще каким-то желанием жить именно на намыве. Но выглядит это все симпатично. Golden City. От застройщика Глорекс, вообще за сам застройщик, очень специфические ребята, и надо понять, сейчас как у них вообще, все в порядке, нет, потому что начинали они в Питере, но такое себе, поэтому для того, чтобы расширять границы, постоянно ездишь на экскурсии, постоянно общаешься с людьми, бывает так, что у застройщика меняются даже директора, исполнительные, генеральные, не то что команда менеджеров. Поэтому все зависит от человеческого фактора. Все везде сплошной человеческий фактор. Строятся вот огромные корпуса. Лидер группы Аквилона и ЛСР. Ох, ребята, интересно все это. Когда с нуля строится целый город в городе. Давайте прогуляемся в это праздничное утро. Пешком на 4-й этаж. Глорекс, в общем, не изменяет своим традициям. Но, честно говоря, 5 лет назад я вот была в шоке от этого. И дольщики, в первую очередь, английской мили тоже были в шоке, мягко говоря. Но вроде сейчас все немножко привыкают. Немножко привыкают. Надо понимать, конечно, закладывать еще дополнительную цену на финишную отделку. Но окна классные. И то, что сейчас здесь свободная планировка, вот сейчас, покупая уже 214-ю квартиру с клиентами, я могу найти в этом плюсы. И доращивая свои мозги до этого уровня. А раньше все это казалось, конечно, дикостью какой-то. Tomorrow.
мы идем с 16 этажа пешком, потому что Настя сказала, что скоро лето, она у нас самая молодая женщина в банде. Надо, в общем, за молодые дорога. В общем, расписалась полностью, значит, в том, что все мысли, которые были относительно Глорекса, можно не вспоминать. Все. Ребята мне на 90% понравились. Дом реально красивый, реально отдельная дорога. Они стоят тут особнячком. И ничего общего с огромными домищами на Намыре не имеют. А это уже отлично. Это уже прям счастье. Ну, мы довольны, конечно, после экскурсии. Красиво, что-то новое, глазу необычное. И самое, наверное, роскошное, что можно сказать, отдельная дорога к своему дому. И ты не зависишь от того великолепного, многообразного вот этого... того, что происходит вокруг. Они очень обособлены, очень такие тихие, плавные, нежные. Доехали мы быстро, без пробок. Вот весь такой вот золотенький, прям такой на успех, вот прямо заточенный. Оп! Посидеть вот так вот, посмотреть на воду, погреться на солнышке апрельском. Я вам желаю удачи. Это всего лишь один из огромного количества районов, где вы можете себя классно чувствовать. Все дело в стилистике, в подаче, в подходе, в отношении к людям. Звоните, пишите, задавайте вопросы. Выберем здесь. Будет это Golden City, Aura или будет другой дом. Мы в любом случае сначала поговорим, кто чего хочет, кто как видит эту недвижимость и более... наверное, значимое, кто как видит эту жизнь. Если вам близка моя позиция, моя стилистика, мой образ жизни, образ мыслей, взглядов, звоните, пишите, я с удовольствием помогу вам с выбором недвижимости в Петербурге, а может быть, с выбором вообще приоритетов по жизни. Вот мы идем возле первого квартала уже, готовенького. Это Челюскина 2. И мы хотели тут, может быть, что-то испить, кофе, пока мало что есть. Все только-только застраивается. Мы нашли только кебаб с красивыми фонариками. Но ничего, ждем, когда это все придет в классный. Вот узбеченька какая-то, даже узбеченька стильная. Классный вид. Там уже играют дети.